Конец учебного года – традиционно начало отчетных концертов творческих коллективов Дворца культуры «Металлист». Именно с юбилейного концерта «Летите, голуби» началась целая серия красочных шоу. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Летите, голуби» – гордость ДК, любимцы публики. Коллектив создан в 1956 году и за это время завоевал безупречную репутацию не только в Твери, но и по всей России. Сегодня в «Металлисте» самый прекрасный праздник. Сегодня мы отмечаем 55 лет нашего образцового ансамбля танца «Летите, голуби». Мы, конечно, ожидали, что будет очень много зрителей, но что столько зрителей, что негде было ни сесть, ни встать, мы, честное слово, не ожидали. Пришли к нам и наши коллеги по сцене из Дворца детского творчества, это «Романтик», и пришли ребята с «Пролетарки», это «Фантазия», и наш коллектив тоже поздравляли. «Летите, голуби». Руководит ансамблем заслуженный работник культуры России Надежда Журавлева. Она стоит во главе коллектива с 1971 года и, можно сказать, знает о нем все. Сама Надежда Журавлева свою жизнь с танцами связала с 6 лет. Сначала была воспитанником «Металлиста», затем стала преподавать. Для нее ДК стал уже родным домом. Секретами успеха она не делится. Никакой тайны здесь нет, признается Надежда Журавлева. Нельзя приходить в зал к детям равнодушной. Нужно их чувствовать и твердо знать, с чем ты пришел сегодня на урок, какую ставишь перед собой цель и вместе ее добиваться. Просто так вот лаская детей постоянно, никогда не научишь, не вытянешь из них ничего. То есть надо добиваться, надо заставлять, чтобы они... И самое-то главное, педагог, если он приходит к детям, он должен правильно обучать ребенка, правильно прививать чувство культуры. Вот самое главное, потому что без ощущения культуры на сцену выходить нельзя. Потому что мы в ответе за тех, кого приручили. То есть мы прежде всего педагоги в ответе за детей. Как они вышли, что они станцевали, правильно ли станцевали. Потому что детей нельзя обманывать. Юбилейный концерт еще раз показал, что молодежь Верхневолжья охотно занимается русскими народными танцами. Они не стесняются своей культуры. Напротив, они очень ей интересуются и гордятся. Многое в коллективе зависит от профессионализма не только педагогов, но и опытных танцоров, которые с радостью помогают маленьким голубятам. Благодаря искусству любовь к прекрасному живет не только на сцене, но и в душах подрастающего поколения и уже взрослых людей.